Привет, друзья! Доброе утро, воскресенье, сегодня хороший день, и в этот день мы как раз и узнаем, что Новая Зеландия вслед за Францией не признает режима Лукашенко. Когда министру иностранных дел Новой Зеландии задали вопрос по поводу того, а как вы относитесь к режиму Лукашенко, она просто заявила, что мы приостановили какие-либо отношения с Беларусью, просто потому, что мы не считаем их легитимными. Ну, как-то так. То есть, это уже вторая страна в мире, которая просто в лоб. Ну, его не признал де-факто вообще никто там, кроме, по-моему, Путина и еще пару там людоедов, которые такие же точно, как Путин. Все остальные, конечно же, не признали, но об этом в лоб, знаете, дипломатично не говорят. Вот только французы действительно плюнули так вот, плюнули так плюнули, называется ему, в физиономию. Вот новозеландцы вторые. Просто заявили, что мы прекратили какие-либо отношения с данным режимом, просто потому, что он... с ним нет смысла. Не о чем разговаривать. Ну и действительно, о чем разговаривать с людьми, которые захватили власть. А какие-то их подписи стоят не больше, чем моя подпись, например. Ну так дайте мне расписаться за что-то там. И тоже не будет абсолютно ничего значить, потому что я не занимаю никакого поста. Так же, как и он. Так о чем с ним говорить? О том, что он под угрозой автомата там не расстреляет или расстреляет 100 тысяч человек. Ну, так таким же образом можно было когда-то с Гитлером разговаривать, понимаете? Поэтому режим оказался в глубочайшей международной изоляции. Режим полным ходом идет к санкциям. И, собственно говоря, ничего хорошего, с моей точки зрения, этот режим в ближайшее время, да и вообще, не ожидает.